праздник может наступить гораздо раньше. В Фурмановский детский дом новогоднее настроение привезли участники автомобильного сообщества КТА. Здесь их ждали с нетерпением. Воспитанники даже вышли на крыльцо, чтобы не пропустить приезд новых друзей. В Фурмановском детском доме 24 обитателя. Это дети в возрасте от 3 до 16 лет. Мы очень рады приветствовать клуб тюнингованных автомобилей «Иваново 37». Когда они вышли к нам с предложением посетить детский дом, мы были им очень рады, потому что в нашем детском доме больше половины – это мальчишки. И, конечно, мальчишкам очень интересна техника. У нас, друзья, наши фурмановские байкеры, и очень рады, что вот наш круг друзей мужчин пополнен такими замечательными ребятами, которые сегодня к нам обратились с лозунгом, что действительно лучше, чем сигареты, лучше, чем спиртные напитки, пиво – это хобби, это увлечение, которое так разнообразит твою жизнь. Подружившись с ребятами, гости решили познакомить их со своими железными конями. Для этого организовали конкурс. Каждую машину представляет ее владелец. Здесь и самые громкие, и самые мощные автомобили. Но только ребятам выбирать лучший. Для принятия решения маленькому жюри разрешается посидеть в любой машине. Мне понравилась черная машина, потому что она была очень громкая и самая крутая. Полюбовавшись на машины и послушав их, ребята так развеселились, что вместе с гостями устроили дискотеку прямо на улице. Когда устали танцевать, в пляс пустились машины. Оказывается, и такое бывает. Сложно сказать, кто этой предновогодней встрече обрадовался больше – дети или взрослые. Мы всегда рады, и спасибо большое, что так тепло приняли нас в Фурманском детдоме. Очень рады как-то доставлять детям удовольствие, потому что я считаю, что все-таки детские детдома, детишки в нем, они немножечко отстранены, что ли, да, вот от этого всего, которые могут получить именно дети, которые живут с родителями в городе, которые могут выйти и прийти посмотреть эти автошоу. И мы решили им автошоу привезти на дом, скажем так, вот, показать им, что мы можем. И нас поддержали. Причем, как бы, сложности это великих не составило, да, то есть мы просто сделали объявление, как-то что-то где-то разместили, и люди сами стали откликаться, несмотря сейчас на достаточно холодное время суток, да, то есть что по погоде-то немножечко не очень удобно ехать, но все равно нам погода не страшна, мы привезли Деда Мороза. Сказочный волшебник со своей внучкой – это еще один сюрприз для ребят. Набегавшись на улице, дети вместе с воспитателями отправились греться в помещение, где их уже ждали сказочные персонажи и гостинцы. Санки для самых маленьких и сладости для детей постарше. Вот так, просто и приятно подарить сказку. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Фурманов.